Потому что он решил сказать нам до свидания. Что произошло? Взорвался. Да, вот он, тот самый случай, братан, когда велик тебе говорит, ну, блядь, я пошел на покой, блядь. Ну, тогда из дороги уберите его. Да там жара. Ебать! Нихуя! Доехали, блядь, пизда моему велику. Не! А интересно, контроллер выживет? Навряд ли. Да нормально еще, соберем. Охуеть! Я это впервые в жизни вижу в реальности. О, смотри, я вижу, какая ячейка горячая, посмотри. Да. Ебать. Нихуя. Как я вот до дома-то сейчас? Блядь, курган загорит. Пиздец. Бля. Все-таки балансир был, видимо, прав, я думаю. Да, надо было оставлять. Блин, красота. Блядь, ну ладно. Ебать, они лопнули все ячейки, развалились просто в говно там. Такой есть. Ну пиздец. Это наша, братан, пиздец. Все, короче, велик, это она. Аккумулятор? Да, подорвал. Бывает, я сам там съехал. Ух! Ребят, стоит отметить покурить Чапманом, блядь. Ух, бля. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Еба! Нихуя! Пиздец, салют! Давай! Думаешь, поможет? Да, хуй знает. Давай. Не вода, а горит. Еба. Это же химия, лучше не ставит. Конечно, это бесполезная хуйня. Охуеть. По-моему, только завалились 10 чек из дохуя. Такой мы пиздец тут устроили, посмотрите дым. Че, оттуда подкуримся или? Ага, конечно, блядь. Дела, блядь. Ай, блядь, жалко, велик придется новый покупать Infineon. Ой, да ладно, у нас нечего ловать, короче. Ой, это к нам приехали. Аккумулятор загорелся. Да, в дороге все нормально, ну как вот такая фигня произошла. Просто на дороге там дело загорелось. Да, мы его от гудзона отъехали минут метров 200, короче, и просто говорит, блядь, жопа горит, я смотрю, реально горит. Мы останавливались, он успел, мы остановились, я спрыгиваю, и вот такая хуйня сейчас тут началась. Хорошо, там бензина еще нет. Ну, все равно химия горит, аккумулятор. Понятно, а бензин был бы как, дай бог, взорваться. Да тут сейчас такой фейерверк был. Конечно, все случилось до нас. Да, вот. Патина раскаленная. Сейчас сгорит. Ой, весело. Я тоже, конечно, первый раз это вижу, но это, блядь, это что? Это что-то нечто, блядь. А у нас здесь реально ничего не взрывалось, ну, на наших глазах. Сколько впервые? В одну воду, блядь, сходили просто все. Ну он не все, у него химия успокоилась. Ну было страшно, мы пока ехали, я еще подмерз, чувствую, что-то подогрев включился. Взорвется, лучше это. С края обходите, ребят.
Главное, что все живы и здоровы. Да. Это да.